Я не люблю коммунистическую идеологию. Я не люблю коммунистов. Я всегда говорил, можно посмотреть мои предыдущие программы, можно посмотреть мои публикации разных лет. Я всегда говорю, что в свое время в России тяжелейшая ошибка была допущена, когда не провели люстрацию сразу после победы над путчем в августе 91 года. Это просто к тому, что я ни в коем случае, когда сейчас буду постараться выступать в роли адвоката дьявола, если угодно, я при этом не являюсь сторонником коммунистической тоталитарной идеологии. Но представим себе, что девочка вот с таким дедушкой, у которого вся грудь в орденах, которая на каждом буквально ордене советская тоталитарная символика, так в законе прописано, сфотографировалась, вывесила фотографию в Facebook, эту фотографию перепостили десятки, там, если не сотни ее друзей. Ей сколько лет по этому закону? 5 или 10? Пятерочка. А? Пятерочка ловится, да, как бы сказал тот же самый Владимир Владимирович.